Один день августа – это буквально один день августа этого года. И несколько часов этого дня я провела в гостях у семьи. Я их снимала, я с ними общалась, мы бегали, собирали малину, там, обнимались с их собаками. То есть это вот... Ну, а я в это время делала портретную съемку для того, чтобы потом написать, собственно, их портреты. Я поняла, что эта выставка не может включать в себя работы, сделанные в другое время, с других людей. Окей, Женя, значит, вот у тебя есть там 3 часа съемки девочек, да? У тебя есть воспоминания этих людей маленьких, чудесных, абсолютно волшебных. У тебя есть воспоминания этого дня. Ты берешь очень маленький кусок времени, очень маленький-маленький, и начинаешь его расширять до целого проекта. Такой эксперимент с собой, да, смогу ли я вытянуть одну историю, вот, и смогу ли я за месяц сделать целый проект вообще, да, целиком. То есть я могла сломаться и просто не довести там дальше 3 холстов. Экспозиция – это еще один вид творчества на самом деле, потому что когда мы видим один холст, мы наблюдаем законченное произведение одно, да, но выставка – это тоже законченное произведение, тело которого состоит из, как из молекул, из разных вещей. То есть и что-то в экспозицию не войдет. Открытие, день открытия – это еще один труд, который должна сделать галерея, да. Должно все быть продумано для того, чтобы каждый, кто приходит, каждый гость, кто приходит на выставку, на открытие, это же как бы, ну, такой праздник, да, чтобы он чувствовал, что его ждали, что ему рады, что у него есть шанс получить то, чего у него до этого дня, до этого открытия не было, да, чтобы у него было ощущение открытого пространства, которое для него, потому что все выставки делаются для зрителя, это у них что-то произойдет, то есть у меня тоже все произошло. Чего бы мне, ну, хотелось, чтобы произошло с человеком, который зашел на эту выставку? Вот он должен выйти, да, закрыть двери этой галереи и почувствовать это мгновение вот сейчас и подумать, что, блин, у меня же столько этих было дней, да, моих. Не этих девочек, там, не этого автора, да, а моих дней. Если у зрителя это получится, закрыть дверь галереи, и чтобы это вот момент этот трепыхался внутри, свой собственный, да, ну, тогда этот эксперимент был удачным не только там для меня, но и для него. Вот. То есть это же очень грустная выставка. Ну, естественно. Это же про уходящее время. Этого времени уже нет. То есть мы придем, а этого времени уже нет. И все уже изменилось. И это грустно. Да. Ну, это и надежда, ну, как бы, что, ну, возможно, его, может, его как-то можно поймать. А у нас тоже такие пауки бывают. Страшные зеленые? Да, например, у бабушки, там огромная паучина и зеленый паук. Да? А вы боитесь летучих мышей? Летучих мышей я не боюсь, но я их видела очень мало. У вас живут летучие мыши? Да. Маленькие, черные? Каких черных? Клопов. Ну, клопов. Я клещей боюсь, которые в лесу живут. Они кусаются. Смотри, я боюсь зеленых. Знаешь, если я их увижу, я закричу.